Здравствуйте, это мобильный репортер в студии Алсу Якупова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Даже в первый день весны снег все еще остается актуальной темой. Наверное, так будет еще долго. В Казани на улице Зурура наконец-то почистили тротуар, по которому всю зиму из-за снега, который был по колено и который не убирали, не могли без труда ходить пешеходы. Не говоря уже о мамах с колясками и санками, которые вынуждены были ходить по проезжей части улицы. Но весь снег с тротуара свалили вдоль проезжей части улицы так, что сузили ее метр на полтора. И уже несколько дней здесь пробки. Так вот почистили тротуар на улице Зурурам и вывалили все, что с тротуара, весь снег на проезжую часть. Две машины не могут разъехаться. Пипец, бардак. Кошмар, сузили проезжую часть. Снег не могут вывести. Позорище. А в казанском поселке Северный вытаскивали карету скорой помощи из снежного месива. В итоге скорую вытянули на тросе. В объективы камер уличного видеонаблюдения попал мужчина, который днем с лыжами будто кого-то ждет во дворе. К сожалению, непонятно, в каком из городов нашей необъятной страны чуть не случилось несчастье. Мужчина видит девочку лет 9 и направляется за ней. Ребенок идет к подъезду и звонит в домофон. Вот он, решающий момент, когда маньяк готовится напасть на девочку. Этой девочке повезло. Ее спас бдительный взрослый, который заметил неладное. Рассказывайте своим детям о том, что прежде чем открыть дверь в подъезд, нужно обернуться и посмотреть вокруг. И если неподалеку подозрительный взрослый человек, в подъезд заходить не нужно. То же самое касается и лифтов. Берегите детей. Сошедший с крыши снег снес целый козырек над входом в магазин. Повезло, что под ним не было людей. А в селе Песчаные Ковали реакция мамы спасла жизнь ребенку. Безобидная прогулка с детьми чуть не привела к опасным травмам. Но не зря говорят, что мама – это ангел-хранитель. По факту падения снега с многоквартирного дома прокуратура Татарстана организовала проверку. Главное правило на дороге – это осторожность и внимательность. При совершении любого маневра нужно убедиться в его безопасности, насколько это, конечно, возможно. Водитель легковушки вышел на обгон в районе села Каипы, не посмотрев в зеркало. Было бы смешно, если бы не так грустно. В социальных сетях появилось видео о том, что теперь сосиски стали продавать по две штуки. В комментариях ничего страшного в этом не увидели. А что, если одинокий человек, и ему не нужна целая пачка сосисок? А две были бы в самый раз. Реальный прорыв. Сосиски теперь по две штуки продаются. Две штуки. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан 24.